Всем здравствуйте! Сегодня непривычный видос. Я и моя Даша. В общем, мы решили поддержать BMW. Поддержать BMW, так как мы владельцы BMW, Даша и я. Мы сейчас берем наш лоунер, о котором, я не знаю, вы знаете или не знаете, потому что непонятно, как видос выходит. И едем бежать. Всего лишь бежать мы будем одну мильку. Ну, о, привет, собачки. Будем одну милечку, чтобы Даша получила свою медалечку. И зайчик. И зайчик, ладно. Я тоже получу, наверное, медальку. Это к тому, что в Америке хоть люди и любят покушать, но иногда и любят активно поучаствовать в жизни в мире США. Не то чтобы в активном мире, просто на самом деле в Америке очень много спортивных ивентов. Не знаю, как по-русски сказать. Мероприятий, вот так, да. Спортивные оздоровительные мероприятия. Ну да, под Дашечка последний ездил, поэтому тут невозможно. Все. И мы едем. Ехать, правда, немножко далековато. Нам ехать аж в Даллас. Целый час будем ехать. Поставили авто на парковочку. Парковка, видите, пустая. Ну, потому что она платная и очень дорогая. В итоге за парковку мы здесь, вот за вот эту вот парковку, заплатили $27.20. Ну, потому что это, знаете, лень матушка просто. Потому что у нас вот там вот. Туда всего лишь нам идти. И $25 должно хватить. В общем, немножко об регистрации. Регистрируешься здесь, оказывается. Тебе дают номерок, всякую фигню. Там сейчас, я думаю, будет очередь, будь здоров. Потом фигачишь туда, минут 20-30. То есть у нас будет один марафон до того, как у нас будет марафон. Ну, а у нас не марафон, у нас просто пробежечка на миле. Это не марафон, он даже не считается. Ну, просто организация немножечко так себе. И мы заплатили за каждого $35 за то, что мы побежим. Ну, ничего страшного, зато Даша мне потом дадут медальку. И может даже маечку. Так, походу мы нашли, куда нам что нужно идти. Вот тут выход. Экспо. Ну, экспо это... Подожди. Экспо же это ж не то, мы же бежим. Ну чё, как забег? Ну вот, зато вон видно, что вроде правильно пришли. А, тут все нормально, слушай. Очереди быть не должна. Информацион. Информейшн, короче. О, а тут что, номера или что? А у нас там 17-й. Короче, мы все правильно шли. Можно было сюда не идти, нам сейчас дадут вам по маечке. И мы побежим. Thank you so much. Где? Где моя малышка? Все? Ты счастлива? В общем, что произошло? Получается, что здесь регистрация все-таки проходит. Но уже те, кто будет завтра, послезавтра бежать, те, кто бежит сегодня, уже ушли туда. Это об организации. Никакого знака, никакого оповещения, ничего не было. Поэтому мы потихонечку, получив наши маечки, можно уже, в принципе, возвращаться, или ты еще медальку хочешь? Медаль. Медальку. Ну ладно, пойдем тогда за медальку. Так, а слушай, а мы когда вышли? Мы сейчас выйдем тут вообще отсюда. Ну, в общем, побежали. Ты уверен, что ты правильно идешь? Да. Да, правильно. Пошли. Смотрите, какой красивый даунтаун в туманчике. Высоточки зданий. Я не знаю, мы здесь вряд ли пройдем, поэтому давай пошли. Пойдем так, как мы точно знаем, как мы пройдем. Еще не бежали, но уже набегались. Вот виден финиш, ну, наверное, финиш, с которого мы будем стартовать. Осталось найти стол регистрации. Что-то так одна скудненькая BMW-шечка там стоит. Несчастно. На выходных, возможно, будет больше. Вот тут вот, скорее всего, мы вот так вот побежим. Все, ничего, одну мильку, ну, все. Так, где же регистрация? Где регистрация? Неужели мы нашли? В общем, никаких, как вы поняли, notification изучений. Но я думаю, мы должны успеть. Один стол регистрирует всех. Это дурдом. Ну ладно, что делать. Так, где-то здесь наш номерочек. Yeah. Huh? Can I get that right? Yeah, yeah. That's fine. And my and you're 4-4? Yeah, 4-4. Perfect. Right away. Thanks. Thank you. Have a good one, y'all. Вот тут у нас стикерчики какие-то, да, я так понял? Do not remove. Понял? Это B-Tech, они могут следить, где мы бежим. Поняла? А как его прицепились? Не знаю. На секунду об организации. Дали номерок. Говорит, держи в руках и беги. Потому что у них закончились пины. Калиби, иди на фини, на стартовую линию, там должны тебе дать. Но я понимаю, что нам дадут какой-то пин здесь. В общем, ну ладно. А тем временем, смотрите, как солдатики стоят, туалеты. Нам наконец-то все-таки дали фигнюшки. Смотрите, самый прикол, поверни сюда. После того, как мы забежим, у нас есть два тикета на то, чтобы получить по пивасику. Две штучки. Что у Даши, что и у меня. Даша BMW такая счастливая, что она вот прям бежит. Она самое главное переживает, чтобы не побежать последней. Чтобы не опозориться. Да не переживай, опозоришься еще то.
Ну, перебежишь после меня, не переживай. Хорошо. Давно мы с Дашей не участвуем в таких мероприятиях. Мы вообще не участвуем. Вообще не участвуем. Да. Мы проспали одну. Да, не проспали. Был просто дождь, и мы не пошли, заплатили $80, а что толку? Проиграли. Сейчас нет, да? Нет. Побежим. Очень крутая штука, что тут люди с колясками. То есть тут даже люди, которые вот на колясках, они будут участвовать. Люди будут с детьми, вот в такие коляски, типа утяжеления, знаете, бег с препятствиями. И вон там, смотрите, как офигенно. Просто, в Америке. У нас бы сидите дома, не рыпайтесь, а здесь для всех открытые дороги. Смотрите, как круто, блин. Прикольно. Там чувак, он будет показывать, как куда, что ехать. Вон, ребята подготовленные какие пришли, некоторые тут с ютуберскими логами. Чтоб не обогнали, смотри. Да-да-да. Побежали, давай, бегай, бегай. Молодец. Хорошо. У нас полиция оберегает. Два кружочка нам всего. Бежим. Быстро бежим, Даш. 7.45 бежим. Надо 8.5 девяточку. Ну ничего. Нормально. Вот видите. Мальчики большие, маленькие. Я вот тоже большой. Ну, бежит нормально. Дашуля, ты держишь меня позади. Побежали. Побежали. Побежали, Дашуля. Догони. Где Вова? Где Вова? Догони Вову. Я думал, моя малышка будет со мной. Дашуля, давай! Капец. Солнце, бегу, бегу. Все, я тогда побежал. Хорошо? Давай. Или побежим вместе. Дашуля, молодец. Где-то там держится за мной. Он жалует. Ладно, побежали. Это было круто. Сейчас дождемся, там где-то бабуля. Там где-то Дашуля бежит. Сейчас мы запечатлим ее. Все, кто по левую линию, это уже финиширует. По правую еще один кружок. Поэтому Дашуля переживала быть последней. Она не будет. Для меня она уже победитель, потому что она согласилась и вырвалась на такую прогулку. Прогулку. И вон она уже бежит. Почти, да? Где моя малышка? Малышка! Умничка! А что мы... Сюда идем, сюда! Что меня искать? Я впереди всегда! О. Ну я решил сортануть, чтобы тебе это... Ты просто здесь начала идти, солнышко? Все хорошо? А, кстати, тут чуть больше мили. Миля... 0,7. Теперь заслуженные медали. Прямо за поворотом. Смотри. Вот оно счастье. Бери. Thank you. Give you some more. Yeah, awesome. Thank you. You got it. Thanks. Woo. Пошли водичку берем. Водичка. Woo. Cool. Thank you, man. Woo. Вон там, смотри, еда. Смотри, так ему, бро. Coconut water, давай. Can I have one? Thank you. Даша, так, а будем? Расскажите ваши впечатления о забеге. Ну, я не могу пока. Похвастайтесь с медаль. Кусай. Она тебя заслужила. Молодец, умничка. Смотрю, не могу понять, где кто. Я же тебе сказал, надо бежать. Ты еще пробежала и пошла потом. Но надо было медленно, но бежать. У-у-у. Ты сейчас все? Заслужила медаль? Дошла до медали, это хорошо. У-у-у. Так. О, заработали все медалечку. Что такое? Что такое? Зубы просто возила. Капец. Да, Дашуля, будем бегать вместе теперь, значит. Я думал, ты меня обгонишь. Медалька вот так вот выглядит. Красота. 2000, ну, зеркально у вас, но ничего страшного, я сейчас поправлю. Далее, кто пробежал, имеет право зайти на пари, на вечериночку. Там стоят таблетки, планшетики. Мы там зарегистрируемся, я так понял, нас потом должны типа кормить. Даша у нас регистрируется после того, как он зарегистрировался. У нас, ну, типа шведский стол, но мы сейчас туда придем. Бери, бери.
One for you, one for me. Накладывай, что ты хочешь. А мне наложи. Where's the beef? Is there a beef? Oh, awesome. Ты держи тогда мой тарелку, я буду смотреть. Oh, that's it. Thank you. Тебе надо? One. Thank you. Thank you. Следующий. О, Маша, мне положи, пожалуйста, Даша. Две, три. Две давай. Давай три. Всего по три. Не то чтобы я от жадности, просто я голодный, реально голодный. Тут у нас, смотрите, meatballs есть, что-то в одну вот такую штучку я хочу попробовать. Бекон. Тогда я не хочу такую штучку. Я хочу бекон. Вот так вот. Прикиньте, мы вовремя с Дашей успели, там очередь, будь здоров. Я думаю, что можно сюда еще подходить потом. Да. И вот так вот выглядят наши тарелочки с Дашей. Сейчас мы быстренько освежимся, накушаемся. Тебе нравится? Круто, да? Очень. Я приду в следующем году. Подготовлю. Сколько впечатлений. Мне так понравилось, что он сказал, будем каждый год сюда ходить. Да. Конечно. Я говорю, не привыкай, потому что не после каждого ивента с мероприятия так, такой результат. Бежали. Не, они быстро бежали, они там за 5 минут милю пробежали. Ну это. Молодцы, они заслуживают. Так, ну что? Молоденькие. Не зря мы тебя вытянули, да? Ты как владелец BMW заработал медальку. Ну, я думаю. BMW стоит 80 тысяч. Не знаю, BMW зря стоит 80 тысяч. Но я думал, что ты бегаешь быстрее, так. Да. А ты будешь потом снимать, мы же еще побежим в грязи. Да, у нас впереди с Дашей еще грязевой забег, но это будет всего лишь в апреле следующего года, поэтому до него будь здоров. Пока. Да. И там больше, чем миля будет, но все же. Там нормально. Да? Следующий прикол. Когда мы пробежали, мы забыли подойти и забрать. В общем, нам пакетики должны были дать по одному снеку. Но так как мы ждали, смотрели все забеги, молодых, взрослых, старых, быстрых, медленных. Ну, в общем, там написано adult. Adult это взрослых, хорошо, взрослых. Извините, взрослых, да. Ну, я сам уже почти старый, поэтому я могу так говорить. В общем, мы пришли забрать наш обещанный пакетик, и нам, короче, они уже сворачиваются, понапихивали туда, будь здоров. Такосы, дринки, снеки, ну там конфетки, шоколадки, будь здоров. Маши, короче, это просто жесть. Вот, ладно. Самый главный момент в том, к чему суть этого видео. То, что в Америке есть очень много, множество просто мероприятий, о которых иногда просто даже не знаешь, потому что, ну, как-то не сильно не интересуешься, и вот так. И, ну, они, конечно же, все направлены на то, чтобы заработать денег, но при всем при этом и поддержать спортивную, наверное, вот какую-то вот составляющую нации и комьюнити, который живет в Америке. В общем, мы за этот ивент с Дашей заплатили за каждого $40, за то, что нам дали маечку, нам дали медальку, за то, что мы пробежали, за то, что для нас подготовили вот такое офигенное мероприятие. То, что нам надавали вон, Даше меньше, мне вот, я говорю, вам реально тут такосов штук 20, наверное, можно неделю только на них жить. Вот, и $20 на бензин, $20 на сюда. То есть доллар, $120-$140 мы потратили на это мероприятие. Но оно стоит каждого потраченного пенни. И неважно, у вас мамон меньше, чем у меня, или больше, чем у меня. You can do it. Вы можете бежать. Просто самое главное, что нужно сделать, взять и сделать. Поэтому, не знаю, насколько интересно зашел этот вам видосик, но он был... Вот видите, даже такая вот атмосфера. Людей, которые не знаешь, вы становитесь такой маленькой семьей. То есть сидите, общаетесь. Ну, капец как. Совершенствуете, улучшаетесь. В общем, видосик вот так подошел к концу, надеюсь, вам понравилось. Не сидите, пятую точку не отсиживайте и go do something. Все, всем пока.